Бал собрал 48 пар учащихся, воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища и девушек из разных творческих коллективов города. В течение всего года шла серьезная подготовка. Кадеты и барышни слушали лекции о бальной культуре, принимали участие в мастер-классах по бальному этикету, а главное, обучались таким танцам, как полонез, вальс, котельоны, полька и кадриль. Через наш бал и кадеты, и барышни приобщаются к истории нашей страны. И, конечно, они приобщаются к высокой культуре взаимоотношений, когда молодой человек должен быть ведущим, а барышня должна уметь быть ведомой. На протяжении 4 лет кадетский бал устраивался в стенах дома Пашкова вместе с первым кадетским московским корпусом. И вот после получения президентского гранта проект приобрел статус всероссийского. Также была составлена маршрутная карта, в которой одно из первых мест занял Петрозаводск. Мы всегда готовы к балу. Кадеты у нас танцуют, вы знаете, что во многих городских мероприятиях, республиканских мероприятиях принимают участие. Поэтому для нас это, наверное, какой-то очередной этап нашей деятельности в области бальной культуры. Это история, это традиция, это то, что наше государство не должно потерять. Марат Дожидаев, Владимир Волотовский, Сампо ТВ 360.